Привет всем! Хочу показать свой мини-фаленопсис. Он такой пилоричный, да. Очень такие маленькие цветочки, нежные, такого бело-фиолетового сиреневого цвета. Если с этой стороны посмотреть, то вот. А это тут малинового такого цвета. Вот. Что именно хотела по этому цветку, да, фаленопсис, он у меня определен, у него тут название есть, приклеенное уже. Вот этот вот цветочек, прям вот в этот, вот тут он идеально как должен быть. А вот эти вот последующие цветочки, они какие-то мутанты, мутированные. Один вот такой с одним лепесточком. Так вот склеенным как будто. Эти тоже разные. Этот тоже разный. Как еще вот этот распустится, это вообще просто. Он какой-то весь непонятно как. Такое вот чудо. Юдо. Орхидейка такая вот. Должны были быть вот такие вот одни все. Ровненькие, красивенькие. Вот с такими вот ребнистостью. Да? А тут они вот сросшие. Вот эти лепесточки тут как-то непонятно. Здесь еще более-менее, но тоже весь такой вот непонятно. Короче, цветочек чудо появился. Вот. Каждое цветение, вот тот раз он у меня цвел, тоже цветочки, но они все были как-то вот более розовые, ровные такие. Вроде бы ничего такого не менялось, да, только ну, они вот такие вот какие-то все вот. Ну, все равно прикольно смотрится такой цитрусовый запах. Вот это вот парфюмерии какой-то пахнет, а это цитрусовым. Два аромата тут, вот, запахи такие. А лепестки у него немножко с красными крапинками, то есть листики. Вот и все, что я хотела показать. Спасибо вам всем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго. Пока-пока-пока.